А вот и ко мне пришел этот трипод Z02. Вот какая коробочка, она немножко была, или я уже подорвал, наверное. Вот здесь точно была немножко помята, но это абсолютная мелочь. Вот он, в такой коробочке был. Выдерживает, я не знаю, что там, что пишут. Мне главное, чтобы он со стола что-нибудь снимал. Вот даже банку поставил, но без воды, с водой-то вряд ли, конечно. Мой Samsung Galaxy выдерживает, я с него сейчас видеозапись веду. Спокойно, а это Nokia, он, конечно, попроще. Даже небольшой, мне кажется, планшет. Ну, правда, он не подойдет к креплению, наверное, под планшет. Выдержит. Мне главное было вообще, вот я ни одно видео до сих пор не увидел. Ничего, чтобы кто-то со стола угол достанет. Я думаю, вот это очень... Тут все очень тугое, хочу сказать. Это Игорь Петрович сейчас видел. Я видеоблогер, ну, кто меня знает на Ютабе. Связь прорекламировал через этот сайт. Привет сайту Озон. Но вам было важно, что куплено на Озон. Все четко. Правда, чуть-чуть грязноватый почему-то пришел. И тут скрыто. Ну, может, тестировали эти? Но я у них стал спрашивать. А я у них спросил у мастеров Озона, кто там мне выдавал по штрих-коду товар. Вот это, говорю, гнется или нет? Они говорят, вряд ли, не знаю. Вот это гнется точно. Наверное, на 180 или 90 градусов. Мне надо было, главное, со стола, чтобы я могу теперь погнуть вот так и вот так. Но я вот так, потому что банку сделал. Если я так, оно, скорее всего, завалится уже. Ну, но смотри, чтобы не заваливалось, можете сделать вот так вот, выгнуть. Все проверил по одному, все нормально. Очень туго, очень прочная конструкция. Что еще хотел сказать? Благодаря вот этому видео тоже я узнал, как ее гнуть. Она гнется, но она еще туже всего остального. Вот это вот. В основном я хотел спрашивать уже вопрос, писать, гнется ли вот это вот. Она гнется тоже на 90. Ну, плюс вот это, и будет хороший градус. Мне главное, чтобы со стола. Я уже на Samsung Galaxy потестил. Оно вот так вот можно сделать будет. Ну, вот так вот. Вот так вот можно будет сделать, и никуда ничего не упадет. Вот так. Мы можем еще угол наклон. Но я могу сейчас, я не знаю, мне на второй еще, чтобы это же записать. Мне еще на второй. Мне надо угол наклона был обязательно, чтобы я что-то, я писатель, да? Вот, если я вот так вот сделаю, чтобы полностью видеть со стола что-нибудь. Тексты что-нибудь. Вот. Блин, я сейчас погну. Все тут гнется, все нормально. Но чтобы ноги, например, убираем в стороны. Выдержит. И это. Ну там можно еще и подставочку поставить. Вот. Теперь смотрим. Во, полностью. А горизонтально абсолютно тоже можно сделать, потому что это вертится. Не хотелось бы портить ради какого-то обзора, блин, свою новую покупочку, блин. Ну что не сделаешь? Блин. Теста, блин. Горизонтально тоже может абсолютно. Блин, надо вот это снять. Я сейчас боюсь сломать все это дело. Хоть и все прочное, но... О, наоборот, из-за того, что слишком все прочное, она 360 вообще вертится. Вот. Я боюсь сломать. Но все очень прочное. Ну и опасное. Я хочу. Все, оно нормально держится. Потому что я сейчас Samsung Galaxy записываю. Вам, наверное, нужна вертикалочка, да, еще доказательства. Поэтому я Nokia моя. А Nokia у меня очень узкая. Поэтому оно... Просто надо ноги правильно установить, и оно скользить никуда не будет. Ну, допустим, вот так. Это получится как будто мошенничество, но нет. Допустим, вот так горизонтально. Ну что, вам не горизонтально? Горизонтально хорошо все держится устойчиво. Во, как робот. Блин, ну это вообще топчик. Могу туда и эту поместить. Ну чем я сниму тогда? О, на видео можно на веб-камеру было, я подумал, но сейчас, но уже поздно.
Могу и Galaxy туда поместить. Ну давайте это уберем, что она не завалится. Сейчас убираем. Как я могу сделать? Что при вас-то? Тесты. Сейчас сделаем горизонталку. Самому интересному тест. Я же тестер. Кто знает, Игорь Петрович. Сука, 77. Ну как-то мне... А, вытащим сперва ее. Такие вот зубы. Вам горизонталку подал. А мне вот интереснее было стол. Но только я боюсь, сейчас ее расшатаю ради этого видео наглую. Просто, надеюсь, будет кому-то полезно. Блин. Расшатаю свою эту всю конструкцию, блин. Мне надо было только зафиксировать. Я еще ради... Купил-то... Блять. Ой, извините за мат. 18+, можно ставить. Сейчас выключится у меня запись. Как я тут все туго. Наоборот, все только новенькое, но все тугое еще. Как же тут все туго. Даже слишком туго. Одной рукой неудобно, тем более. Это ради видеозаписи все, блин. Но боюсь, уже сломаются крепления. Их надо вытащить. Блин. Еще непривычно, первый раз еще делаю. Блин. Все так непривычно еще, ёб твою дивизию, мать. О, получилось. А теперь попробуем горизонталочку. Но с первого раза... О, блин. Сейчас себя еще покажу. Не хотел бы себя показывать. Я не одетый, ё-моё. Что делаем-то? Мне надо как-то отвернуться. А, я и не смогу сейчас. Ё-моё. Ну-ка... я, наверное, могу поменять. А, я могу. Вот, и не надо будет. Что я туплю-то? Вот. Интересно. Себя не показал. Сейчас все будет. Но она сейчас, скорее всего, завалится. Ну, как сказать. Сейчас, да, потому что очень огромный угол наклона. Сейчас ее... Вот. Понял? Ну, вам же надо доказать. Я сейчас просто... Во! Это что, почти... Продолжаем. Чуть-чуть тут прервалось. Сейчас я попробую ножки просто правильно подставить. Если... О, я еще не той стороной его закрепил. То вот так получится. Ну, а вот той стороной, блин. Ну вот, горизонтальное положение достигнуто и этого гаджета. Держит отлично, никуда не заваливается. Практически. Вертикальное, то есть, положение. Спокойно держит все. Абсолютное теперь вертикальное положение. Сложно показать, к сожалению, потому что у меня... Да вообще, идеально вот сейчас все. Вот сейчас точно горизонталочка полностью. И крутится. Куда вам надо. Все будет устойчиво. Все. Блин, я не той его стороной закрепил, ё-моё. Так увеличить отсюда сложно будет. Ну, можно. Ё-моё, я первый раз все это делаю. Я уже его чуть не повредил. Но он должен был стресс-тест выдержать. Вроде выдержал, все. Все, выключаю запись. Потом склею видео, нормально. А, покупкой доволен, все. Спасибо Озону, спасибо Луна Марту. Супер. Вертикалка, горизонтал. Супер, держится. Очень тугое все, очень прочное. Не верьте всякими фейкам. Ну, очень прочное. Ну, конечно, если там будете выламывать, все ломать, то оно и расхлябается. И надо аккуратненько обращаться, как с любимой женщиной, с любимой тех. А, сейчас мы это закроем. Насмотрелся там. Вот пришел у меня Голомар. Луна Март, то есть, чуть другой не сказал. Все хреново, все. Это все фейки, все окей. Только это я вот его сегодня уже чуть не убил, потому что с усилием сейчас начал. Ради тестов. А мне это не нравится. Чуть, по-моему, покривил его вот здесь, вот эту защелку. Потому что хлипкое крепление. Ну, да, вот зачем я здесь слова говорю? Оно не хлипкое, если ты будешь аккуратно с ним обращаться. Изначально все нормально. Смотря как будешь обращаться, вот так я скажу.
с этой штукой. Вот это гнется тоже, но надо придерживать вот это вот. Для меня важно было понять это. И можно записывать. Это, конечно, не 360 градусов, вот как вот здесь вот написано. Но все можете сделать, как сказать. Все, я выключаю запись. Все окей. Ну и еще, пожалуй, два слова все-таки надо добавить. Вот это вот крепление, оно немножко хлипкое, но не то чтобы хлипкое. Оно вот минус, к сожалению, его был, сейчас резкость наведется. Вот. Видите, оно немножко неровное с правой стороны, если так вот смотреть. Да, вот так вот, это, скорее всего, перед расширение сюда идет, туда сужение. То вот с правой стороны даже, наверное, заметно невооруженным взглядом. И это не только у меня. Я не знаю, считать это браком или нет. И там вот небольшие есть зазубринки. И это не только у меня вот с правой стороны, если видно. Как будто его плоскогубцами пытались. И то же самое он написал. Я говорю, это не вы случайно сдали, но пока ответа не было. Это было еще в 2021 году. Это вы не случайно вернули опять ее. Да и с левой, по-моему, зазубрин. Как будто ее погнуть пытались. Зачем-то. Вот и вот эти вот, они тоже немножко хлипковатые ходят. Вот. Как показать-то? Ну-ка. Во. Видите? Ну, на держатель это никак не влияет. Скрипит тоже. И там чуть-чуть еще есть зазубринки. Сейчас я не могу одной рукой. Мне надо как раз в держатель ложить. Если ты вытягиваешь эту, это надо двумя руками. Одной я не буду. Вот, то там, собственно, ну это надо двумя руками. Тоже зазубринки есть. Кривоват немножко. Да даже если вот так вот присмотреться. Ну, давай резкость. Он поздним зажиганием, блин. И надо всегда вот так вот делать, а потом вот сюда вот, чтобы навелась. Вот. Не знаю, навелась или нет. Вот, чтобы рассмотреть. Видно даже, да, что она не ровная совсем. Не совсем ровная. Да блин, да как же ее, чтобы она автоматически навелась. Уберись отсюда экран. Или еще одно видео, потом склеивать, да и все. У меня теперь встала эта хрень. Alt-F может нажать надо. Вот это вот что такое. Alt-F. Вот. Ну-ка давай. Давай. Блин, надо вот так делать. Потом вот так. Оп. Куда она вдаль наводится, ё-моё. Что за Samsung Galaxy? Нам вот эту часть нашу бы хорошо увеличилась, бы четко все. Нет, она куда-то подводит камера. АЛФЛ. Ну вот, видно, все видно. Что не совсем ровный держатель. Неужженным глазом даже видно, что справа немножко кривовато слева. И неплотно прилегает, вот как и он показывал. Видите, слева все плотненько. У него точно так же там на зоне. О, вот, все же видно. Изогнуто. Но это никак не влияет. И плюс еще было. Но это легко спиртом. Да, салфеткой влажной оттерел со спиртом. Грязноватое было, как будто уже пользовались, к сожалению. Но никак не влияет, прочность все держит, и все вообще, вообще классно, прочно, если серьезно говорю. Увесистая, тяжело, тугая, во, самое главное, тугая, а значит долговечная, не сразу сломать. И не надо ее выкручивать сразу, ломать по 100 раз, а кто-то вытаскивает, чтобы еще... Говорят, две купите, если хотите нарастить, а мне зачем она сильно высокая? Тогда она держать не будет, будет заваливаться сильно-то высокая, это уж по закону физики. А в целом покупкой доволен. Все, что могу. Свои функции выполняет. Вот я настроил себе, как мне надо будет. Мне надо будет сделать, ну не селфи это назвать,
не себя записать, а для работы взял. Ну, сейчас я не буду показывать, чтобы не позориться. Для чистки матрасов и всего, и стиральной машины у меня приготовлены. Химические средства тоже не буду, вычитал в интернете, какие. Сейчас здесь перечислять не буду, на канале все увидите, да. Я настроил уже, как лучше на стул или куда поставить, чтобы и средства показать, как их приготавливать, и сам матрас, и все в прямом эфире, или просто так же видеозаписи сделать потом. Я уже положение все настроил, поэтому сейчас сильно не кручу, не верчу, тут не хочу ни положение менять. Потом просто вставляю сотовый сюда. Хорошо зажимает, хорошо держит, никуда не заваливается ничего. В общем, покупкой доволен, спасибо Озону и Луномарту, у которых покупал. Вот небольшие получаются, как сказать-то они. Даже это же изъяны, и это недостатки. А вот это у меня пока, это если по 100 раз, а зачем ее выкручивать, просто снял и все. А, говорят, стирается резинка, так а зачем ее крутить по 100 раз? Если тут можно вот кнопочкой вот этой вот вытаскивается все и все. Нажимаешь, она вытаскивает, мне ее вытаскивать не 100 раз, зачем? Поставил и все, она долговечная будет работать, меньше крутить. Конечно, там уже показывают, начинают, но я тоже, правда, это делал в этом же уже видео. Это от вчера, я сейчас дозаписываю. Крутил всякое, вертел тоже первый, чтобы показать возможности. Уже начал ее, возможно, я и погнул даже, не спорю. Уже даже для видео, вот с этими видеообзорами, надо было просто зафоткать. Поберегите ее и все, бережно относитесь, и нормально будет. А все вот эти вот небольшие... Это не брак, я бы не сказал, что это брак. Нормальная пришла в рабочем состоянии. Все вот эти вот небольшие изъяны. Блин, другое слово хотел. По-русски говоря, косяки небольшие. Они никак на остальное не влияют. Хотя и морально немножко неприятно, да, как оно сказать-то. Да, морально. Или как еще можно добавить? Не ментально. Немного дискомфорт доставляет. По марке. Недочет. Но не отображается на функционале, это никак не влияет. Правда, я думал, кривовато будет держать, если она кривая. Но вроде она ровно держит, не знаю. Крепление вообще советуют иногда поменять. Я уже смотрел видео, что это хлипкое. Но я не сказал бы, что оно сильно хлипкое. Тугое, все тугое тут на самом деле. Вот это даже, вот этот шарик, вот этот, который отвечает. Главное, я его еле, я даже боялся крутить, думал, оторвется. Это вообще очень тугой. Это на втором месте по тугости. Все остальное среднее, но тоже все тугое. Но вот это вот все среднее тугое. Вот это очень, вот это, то есть тугое посильнее, вот это основание шарик. А это очень тугой. Его надо всегда придерживать. И вот он сейчас, вот за эту надо придерживать. Тогда гнется хорошо вот этот. Иначе вы это отломите что-нибудь. Надо правильно действовать. Вот. Хорошо эту закрутить. Но не сильно, чтобы тоже не прийти. Чтобы вот это не ездило. Но в то же время не сильно ее можно закрутить, чтобы чуть-чуть она ездила, если вам надо повернуть угол наклона. Вот такие вот советы. Пользование вот такой вот штуковины. Блин, наведешься ты? На клавиатуру решила резкость навестить, а не сюда, блин. Хочет на клавиатуру показать. Да, она хочет клавиатуру показывать. Сюда попробуем.
Вот, теперь уже на 20. Вот, отлично. Нет, все равно активнее. Но блок питания, который позади. Вот, давай, Samsung Galaxy, работай. Вот оно. Чудо, блин, видите, да, изъяны небольшие. Как бы я сказал, это изъяны. И другое еще хотел слово. А в остальном все норм. А изъяны видно. Во, она велась, вот видите, да? Кривовато. И это не я, вроде я могу вот так, камера так, все видно и так. Вот это вот ходит чуть-чуть. Это вот. А это плотно левое. Я не знаю, многих так или нет. Напишите в комментариях, кто тоже заказывал это. Z02 называется держатель. У кого тоже на такие же, пишите в комментариях. На Озоне я размещу, раз меня попросили отзыв. И на Ютубе у себя. Если у кого точно такие же изъяны, или как я скажу-то это, технические недостатки, или как это правильно-то? Косяки, блин, ну другое слово не могу подобрать, технические. Да блин, ну крутится в голове точное слово, я не могу. Недоработки, или как сказать-то? Технические. Да блин, надо точное слово подобрать, я не могу. Технические. Проблема. Может, я сам рассчитал, не знаю, когда вчера я начинал укрепить одной рукой всяко там, вертел горизонталку. Чтобы поставить, чтобы доказать, что оно держит и нормально держит. Поворачиваешь так его всяко и ровно держит. Потом, когда узнал, что еще и эту можно, я без этого сделал. Когда узнал, что еще то еле можно, держа, посмотрел видео. Урок тоже от другого видеообзора. А это пригождается, смотрите, если. Узнал, вот я объясняю сейчас. Что можно еще и первую, и вторую крутить все-таки шарик. Все крутится тут, все шарики. То вообще спокойно сделал на горизонталку и держит нормально. И вот эти вот правильно выгнуть положение, физику надо просто знать. Держит нормально горизонталку, Samsung Galaxy большой у меня он. Мне его почти на всю надо было. У тебя держит большой тяжелющий телефон, не знаю сколько он у меня грамм, ну грамм, не знаю, врать не буду, 200, наверное. Не знаю, не знаю. Держит спокойно, супер. Если новая, тугая, и не расшатывать сам, не расшатывай. Поменьше вращай. Зачем это? Показывает, вот так, так вы ее можете, говорит, ломать, там видео видел. Крутить по 100 раз. Вы чем чаще будете трение, это физика. Естественно, она расшатается. Господи, все элементарно, тут там пишут. Хлипкое сами, наверное, рассчитали. Ну, хотя я не знаю, может, брак пришел. Фиг его знает, тем правда, не правда. А так все целое, потому что только чуть-чуть горизонтал. Почему приходит иногда, это не только мне уже горизонтал. Зачем кто-то пользовался уже? Вы что, это ж новое с магазина должно от производителя приходить. Или БУ приходит, это ё-моё. Вот это вопрос, вопросительный знак. В чем проблема? И коробки помяты иногда, и не только мне пришла. Вот у меня как будто подозрение от именно того пользователя, который показывал на видео, как будто он ее сдал, но я написал, он пока не отвечал. Ну, вчера, может, сегодня ответил, еще не заходил на сайт. И то же самое за зубринки с правой стороны. Неужели это та, которую он сдал? Ну, в принципе, в хорошем состоянии пришло. Невзирая на вот эти вот косяки по-русски говоря. Небольшие. Ну, дешевое, что вы хотели, 300 рублей на... Да, кстати, цену по-разному называют, было 500. На даты всегда, я вот всегда говорю в своих видео, даты важны. Я для опытов ее записал, чтобы со стола что-нибудь. Это никто, ни, к сожалению, вот так никто не делал, я наконец-то сделал это. Я это и хотел знать, делается ли она так? Делается, делается. Можно со стола что-нибудь записать. Вот. Там что-то пишут. Поместите ее куда-нибудь, закрепите там за что-нибудь, чтобы со стола. Да не надо, можно и так спокойно, чтобы ноты, рецепты говорят. Все спокойно, ну можно куда-нибудь поставить, да, еще, допустим, сюда вот. И так вот сделать, и она выдержит вес. Если вы правильно сделаете, физику надо знать. Естественно, вы если туда подогнете, она под физикой заваливается. Или двоечники, кто-то пишет там обзор или что. Вот Игорь Петрович вам полнейший, полнейший обзор сделал и с учетом физики и всего.
Ничего не завалится, если вы сделаете правильно и тугую новую, если вы обзоры не будете на нее снимать, вот как я, и расшатывать одной рукой там, а все правильно будете делать и пореже вот эти вот сгибать туда-сюда. От силы трения она, конечно, износится. Это, господи, это физика. Школа. Любая, это же пластик, резина. А со временем износится, это тоже резина. Вот это пластик. Резина все изнашивается со временем, со трения, от всего этого. Понятно. Вы так вот делаете, нагреваете, расшатываете, физика. Естественно, потом со временем щелк, выпадет эта резина, сносится. Чем меньше будете вращать новое, тем оно туже работать будет стабильнее. Относитесь бережно и прослужит дольше. Пусть машина служит дольше. Надежность. Ну и обрабатывать, если будет, она очищается. А то грязноватая, говорит, и все со временем портит. Так она очищается легко. Я влажной салфеткой со спиртом. Ну или спирт, она не спирт. Универсальные вроде у меня они назывались. Антибактериальные, универсальные. Не знаю, салфеткой, в общем, оттерлось все, что тут было черное. Теперь все беленькое. Никаких проблем не вижу. Этого не буду сильно расшатывать. Для видеообзора снял антибактериальный. Все, и меня надеюсь, что она долго прослужит. Чем вы больше ее будете использовать, тем она быстрее сломается. Просто относиться надо к любой вещи. Как ПК тоже чистить. Мне, кстати, надо почистить. Раз в год, сейчас, по-моему, уже два не чистил. Так и все, чтобы дольше светло, поменьше видеоигры играть, видеокарты дольше будут. Ну ладно, это я про технику уже знаю, моя группа много у меня. Как сохранить, чтобы она не остывала, не нагревалась, не остывала, то из-за этого тоже как раз трение портятся видеокарты там у них. Ядерки и всякое там, как она называется-то. Остывает, тоже нагревается там. Видеокарты летят. Я уже не менял его лет 5. Что надо заботиться, правильно, как о машине. А стиральные тоже, вот у меня пойдет потом тема в стиральных машинах ухаживать, протирать всегда, и все надо там иногда чистку делать внутри и снаружи и всякое. И все, и пользоваться правильно. И то же самое с автомобилем, с любимой женой, чтобы не испортилось, и всегда давал, в смысле, чтобы всегда взаимоотношения хорошие были, друг с другом общаться нормально. Так и со всем, как отношение к себе также, здоровьем, всем здорового питания, вот тоже сейчас занимаюсь и все, чтобы здоровье, дочь мне 40 лет, а все как молодой. Выглядел кисломолочки одной питаюсь. Ну до этого проблемы были, конечно, починил, здоровье взял, сказал. Все так же, вот элементарно, все из жизни. Советую. Как вы будете относиться, так и техника прослужит дольше, так и она к вам будет. Все. Я не знаю, какие проблемы там ищут люди. Нет проблем, если аккуратно и с заботой относиться. Все держит, все устойчиво. Новенько, если она и не попадется вам брак, вот это вот хороший вопрос, то и прослужит долго, и хорошо, тугая, надежная. Видно даже, видите, ничего не тут. Вот, судя по весу, слышите как? Уже даже слышно по этому. Так что не верьте фейкам. Все отлично. Все, ладно. Все, я записал полнейший видеообзор на эту штукенцию. Держатель, он же штатив. Для... Начнем, что так, для мобильных телефонов, раз потестил. Смартфонов и, возможно, фотоаппарат, видеокамеру. Я как проверил, с банкой даже держит. У меня тут, конечно, без воды была, но... А нормально вес держит. Банка, ну еще, наверное, грамм 200 добавил. Да, она тяжелая, большая банка была. Нелегкую я взял в начале видео. Ну, я вчера начал, закончил сегодня, все. Точнее, это не фейки пишут, а мне кажется, вот что я придумал. То есть, сообразил, я же размышляю, все, люблю размышлять. Смотрите, это, наверное, пишут конкуренты и завистники, у кого таких нет, или кому брак пришел. Ну, опять-таки, брак. Ну, всякое бывает, конечно, раз уж бывает, на что использованную приход. Хейтеры этой модели, конкуренты, возможно, пишут, что вот, а что такое, чтобы еще купили, что так сильно не верьте им. Вот честно, Эдуард Игорь Петрович, я не вру, потому что я доволен покупкой, если бы не маленькие изъяны, я про них уже сказал. Они чуть-чуть омрачили мои первые впечатления, эмоции. Это, вот, но не сильно. В остальном все устраивает. Ну и совсем уже крайнее по этому штативу-держателю. То, что его можно крепить, даже
Ну, например, на джинсы там показывали на это, не на джинсы показывали, на толстовку, как парень засовывал, то и держит прекрасно, или двумя руками можно, сейчас не могу показать. Ее, чтобы это, держать, закрепить, чтобы баланс был, не было дребезжания, не было движения камеры, зафиксировать ее положение, в общем, чтобы не было движения. Вот стих даже подтверждение. Я же писатель, иногда пишу, творческая личность, видеоблогер. И вот, чтобы не было дребезжания, надо, и было лучшее держание, удержание, фиксация, в общем, положения. Двумя руками можно по-разному, можно закрепить как-то ее, футболку даже, может быть, засунуть, я не знаю, там, придумать. Можно на рюкзак сзади, как будет этот, как оно, в автомобиле. А, видеорегистратор, типа видеорегистратор, пункту сзади, чтобы вас никто не украл. Побоятся. А, ну так сотовые могут схватить. Но опять же, если вы стрим или что-нибудь, то попробую, они все в прямом эфире будет, сразу бы мошенника запомнят. Кто-нибудь за скрин... А, у тебя же на компьютере оно и будет. Вот, так что кто тебя сворует в прямом эфире? Дурачок такой найдется, если кто не соображает, правда, воришка, то он сразу же и попадется, он в интернете уже будет, себя засветит. Ну, то есть, вам и видеорегистратор может функцию и по-разному. Можно и вперед все делать. Можно две купить. А, кстати, можно две, они же дешевые, 300. Я хотел еще другой модели, там якобы на 245 градусов, 90, 360, но я ее всяко уже вертел на больше, чем 360, ой, больше, чем 182. Тут 180, 90 написано, 90-80, якобы. Но если все вместе, то она все 245, и вся, она вот так вот, о, бум. Ой, себя не верю. Она вот так, бум, и держит нормально. То есть можно полностью параллельно вот так вот, оп, горизонтально всякое держит, если правильно ножки установить. Ну вот, пожалуй, и все, весь обзор, видеообзор на этот штатив, держатель Z02. А туда написано 02, 25, 25 сантиметров имеется высота. О, у меня, кстати, вот еще есть, у меня есть мерка. Может быть, мерка измерить действительно, но не сегодня уже, все, не хочу сейчас. Я и так все обозарел, у меня есть мерка, я могу действительно проверить по факту, откуда до скольки сантиметров. Если вас интересует, то второе видео когда-нибудь запишусь или нет, то не иди. Я уже и так большой обзор здесь видеообзор сделал, так больше всех получается, потому что я много размышляю, всегда говорю. Длиннющий, наверное, на час вышел. Ну, будет, надеюсь, что-то кому полезно для покупателей потенциальных на Озон или Луномарт этот. Что, много рассказал, много показал, рассказал, главное, и верьте, Игорь Петрович не врет, кто давно подписан. Я видеоблогер, один из первых созданных на каналах. Можете посмотреть официально, 2008 год, 2008-2011, первый был канал 2008 года, потом за нарушением статуса удален, но видео от него перенесены на 2011 год второй. А сейчас 2023, я один из первых и честных видеоблогеров русскоязычных, кто появился на Ютубе, вот. Можете мне верить, моему каналу много лет уже. Куда я сейчас и помещу данное видео. Не вру, честный, воспитанный человек, потому что в очках, в возрасте. Можете верить моей информации. Все, что я сказал, правда в этом видео. Все, полную информацию пытался донести. Надеюсь, что донес, кому-то что-то будет полезно. Приобретайте хороший держатель. Если не придет бракованный, вам повезло. Все, что я могу сказать, вот честно, откровенно, прямо. Какой человек такой. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания. С вами был Игорь Петрович. Суга77, никнейм. Найдете в интернете, если кому интересно. Дальше будут опыты как раз. Благодаря ей. Ну, не над ней опыты будут, а благодаря ей. Но это уже лично. Уже не по ней, скорее всего, следующее видео будет. Здесь и так достаточно выложился. Максимум информации. Надеюсь, что полезности. Покупкой доволен, как сказал. Небольшие изъяны были, о них рассказал. Ну, возможно, мне только так, в кавычках, повезло. Но они небольшие и не сильно влияют на работоспособность, поэтому терпимо, терпимо. Поэтому как-то так. Спасибо Озону, Озону. Озон, Зон, Зон. Как этот Дмитрий Маленький, все-таки пришлось туда тоже обратиться, чтобы заказать эту модель. Но она 300 рублей, она недорого стоит. Там еще за 180 есть. Но там опять что-то мне не понравилось в описании. Что-то, что... А, типа она короче, там 22 сантиметра есть аналог, который я всего 2 сделал. Ну, интернет, веб-закладки, а то сейчас скажут, там, сохранил, имеется в виду, страницы. Для... Я поставил на выбор ее тоже, не знаю, буду ли покупать, и мне, я этой доволен. Что та 22 сантиметра, но якобы угол 205 побольше, но и тут неплохой наглон.
Думаю, тоже не меньше 245, если все погнуть там. Больше даже. 180, допустим, основание. А как там может 245? А я посмотрю, тебе разбираюсь так. Но это уже вне видео. Все, я видеообзор заснял, и так очень много разговаривал. Ну и совсем уже крайнее по этому штативу, держателю. То, что его можно крепить даже... ну, например, на джинсы там показывали на это, не на джинсы показывали, на толстовку, как парень засовывал, то и держит прекрасно, или двумя руками можно, сейчас не могу показать. Ее, чтобы это, держать, закрепить, и, чтобы баланс был, не было дребезжания, не было движения камеры, зафиксировать ее положение, в общем, чтобы не было движения, вот стих даже под завершение, я же писатель, иногда пишу, творческая личность, видеоблогер. И вот, чтобы не было дребезжания, надо, и было лучше держание, удержание, фиксация, в общем, положения. Двумя руками можно по-разному, можно закрепить как-то ее, футболку даже, может быть, засунуть, я не знаю, там, придумать. Можно на рюкзак сзади, как будет этот, как оно, в автомобиле. А, видеорегистратор, типа видеорегистратора, пункту сзади, чтобы вас никто не украл. А, ну так сотовые могут схватить. Но опять же, если вы стримили или что-нибудь, то попробую, они все в прямом эфире будет. Сразу бы мошенника запомнят. Кто-нибудь заскрин. А, у тебя же на компьютере оно и будет. Вот, так что кто тебя сворует в прямом эфире? Дурачок такой найдется, если кто не соображает, правда, воришка. То он сразу же и попадется, он в интернете уже будет, себя засветит. Ну, то есть, вам и видеорегистратор может функцию и по-разному. Можно и вперед все делать. Можно две купить. А, кстати, можно две, они же дешевые, 300. Я хотел еще другой модели. Там якобы на 245 градусов, 90, 360. Но я ее всяко уже вертел на больше, чем 360. Ой, больше, чем 182. Тут 180, 90 написано, 90-80 якобы. Но если все вместе, то она все и 245, и вся. Она вот так вот. О, бум! Ой, себя не верю. Она вот так бум и держит нормально. То есть можно полностью параллельно вот так вот оп, а горизонтально всякое держит, если правильно ножки установить. Ну вот, пожалуй, и все. Весь обзор, видеообзор на этот штатив, держатель Z02. А тут написано 02, 25, 25 сантиметров имеется высота. О, у меня, кстати, вот еще есть, у меня есть мерка. Может быть, мерка измерить действительно. Но не сегодня уже, все, не хочу сейчас. Я и так все обозарел. У меня есть мерка, я могу действительно проверить по факту, откуда до скольки сантиметров. Если вас интересует, то второе видео когда-нибудь запишу, если нет, то не иди. Я уже и так большой обзор здесь видеообзор сделал. Так больше всех получается. Потому что я много размышляю, всегда говорю. Длиннющий, наверное, на час вышел. Ну, будет, надеюсь, что-то кому полезно для покупателей потенциальных на Озон или Луномарт этот. Что, много рассказал, много показал. Рассказал, главное, и верьте, Игорь Петрович не врет, кто давно подписан. Я видеоблогер, один из первых созданных на каналах. Можете посмотреть официально на 2008 год. 2008-2011 первый был канал. 2008 года, потом за нарушение абсолютно удален. Ну, видео от него перенесены на 2011 год второй. А сейчас 2023. Я один из первых и честных видеоблогеров русскоязычных, кто появился на Ютабе. Вот. Можете мне верить. И моему каналу много лет уже. Куда я сейчас и помещу данное видео. Не вру, честно, воспитанный человек, потому что в очках, в возрасте. Можете верить моей информации. Все, что я сказал, правда в этом видео. Все, полную информацию пытался донести. Надеюсь, что донес. Кому-то что-то будет полезно. Приобретайте хороший держатель. Если не придет бракованный, вам повезло. Все, что я могу сказать, вот честно, откровенно, прямо, какой человек такой. Все, всем спасибо за внимание, до свидания, с вами был Игорь Петрович, Суга77, никнейм. Найдете в интернете, если кому интересно. Дальше будут опыты как раз, благодаря ей, ну не над ней опыты будут, а благодаря ей. Но это уже лично, не, уже не по ней, скорее всего, следующее видео будет. Здесь и так достаточно выложился, максимум информации, надеюсь, что полезности. Покупкой доволен, как сказал. Небольшие изъяны были, я о них рассказал. Но, возможно, мне только так, в кавычках, повезло. Но они небольшие и не сильно влияют на работоспособность, поэтому терпимо, терпимо. Поэтому как-то так. Спасибо Озону. Озону. Озон, зон, зон. Как этот Дмитрий Маник, все-таки пришлось туда тоже обратиться, чтобы заказать эту модель. Но она 300 рублей, она недорого стоит. Там еще за 180 есть.
Но там опять что-то мне не понравилось в описании. Что-то, что... А, типа она короче, там 22 сантиметра есть анал, который я всего 2 сделал. Ну, интернет, веб-закладки, а то сейчас скажут, там, сохранил, имеется в виду, страницы. Для... Я поставил на выбор ее тоже, не знаю, буду ли покупать, и мне, я этой доволен. Что та 22 сантиметра, но якобы угол наклона 245 побольше, но и тут неплохой наклон. По-моему, тоже не меньше 245, если все погнуть там. Больше даже. 180, допустим, основание. А как там может 245? А я посмотрю, тебе разбираюсь, так. Но это уже вне видео. Все, я обзор заснял, и так очень много разговаривал. Ай да, совсем крайне, максимум полезности. Те, кто собирается ее в поход брать и боятся, что она испачкается, там запугали. Так вот, тут надо знать химию еще, физику и химию, чтобы не повредить, как ее трение, все там сильно не гнуть, не часто, не быстро. Так если будете, конечно, как костер разжигаете, трение она может повредить. Аккуратно раз погнули, все, сколько вам надо. За дерево что-то. Деревья, не люблю этот слово, там деревья все закопить. Кого-то больше не за что. И боятся, что испачкается, и пачкается, написано испачкается. Так это резина, вспоминаем химию. И вот есть такие средства, я вот как раз буду стиральную машину очистить. Белизна, если уж просто спиртом или чем не оттирается, резина устойчива ко всем вот таким вот веществам. Ну не только не к самому агрессивному, там, но ко многим устойчивый материал. И белизна вот эта вот с хлором, она даже отъевшейся плесени, грязи и так далее, вот всем в одном можно купить. Вот как раз манжету, она тоже из резины, стиральной машины буду чистить, я смотрел видеоуроки. Наносить кисточкой, у меня кисточка есть. И все, чтобы в руках, ну перчатки у меня тоже есть, можно. Вот, аккуратно в стакан налил воды. Ну вот у меня, я матрас приготовил. В этот, в стеклянный, вон, из-под меда можно, вот я тоже приготовил, который в видеоначальном видеообзоре. Налил туда, кисточка, макнул, и все, и она у вас сойдет. Потом также салфетка или что, стер, вон салфетки есть, или влажные, или обычные. Салфеткой стер, и вся грязь сойдет через час-два. Тоже мне испугали, резина, пластик, не черный он, не должен пачкать. А резина оттирается, это не проблема, достаточно знать. А, вот, можете от этой же марки, я тоже буду, даже Синфор, белизна 3 в 1, вот, считайте тоже. Она, я буду и чистить стиральную машину, это вот следующих видеоуроков. Как раз манжету посмотрим, подействует, нет. И матрас я буду, вон, фейри, мыло, там любое моющее средство на основе с мылом, матрас, химчистку делать. Тоже по видеоурокам, любое моющее средство. И сода у меня есть на кухне, естественно, смешиваем. Это для одного. Это для другого действия. А лимонная кислота тоже закуплена, чтобы стиральный барабан там все. Ну еще и специальные средства есть, чистящие, моющие для стиральной машины, палатки. Моющие, да, чистящие барабан. Шпарта служила дольше. Химию достаточно, столько видеоуроков в интернете. Физику, чтобы прослужил вам дольше этот держатель. Какие проблемы, господи, развивайтесь, читайте. Устраивают там проблемы какие-то, кто покупает ее. Если БУ придет, то есть если главное, что без вот это оно, без брака пришла. И все нормально гнется, туго, проверьте. Если все гнется, вот так еще крайний совет совсем. Вот, и будете обращаться с ней нормально и ухаживать за ней, как и за всем положено, то она вас прослужит долго. Все, что мог сказать. Удачи всем. И не слушайте недалеких. Ну как сказать, не хочу никого оскорбить. Неопытных, неинформированных, неначитанных людей, да. Малограмотных. И все будет в порядке, блин. Ну, если повезет, не с браком придет. Вот это главное есть там. Проверяйте сразу. Я сразу проверил в Озоне. Ну, говорю, ну ладно, вроде все устраивает. Вот это, к сожалению, я не знаю. Но я бы все равно из этого не вернул. То, что про правую часть я уже сказал. Небольшое, что она чуть кривоватая. Держатель. Ну, держатель сразу... там уже много этих подсказок с ним, возможно, я согласен. Отдельно дозаказывать или закупать понадежнее. Там их... Я не буду рекламировать марки, их полно. Понадежнее поищите держатели отдельно для штативов. А штатив нормальный, норм. А держатели для смартфона можете подобрать себе получше там какой-нибудь. Понадежнее. Это да, действительно, чуть-чуть. Я так скажу, что тоже не сильно. Чуть-чуть хлипковатый, как я вот это уже показал, чуть. Но держит, есть понадежнее. Если вам нужен держатель получше, то для штатива и для вот этого вот. Для этой конструкции, это опять-таки для тоже для держателя, как она сейчас называется, штатив, держатель для вас, то вам нужно вот это основание держателя, тоже держатель называется, основание штатива, так скажем, держатель для смартфонов.
можно, возможно, заказать отдельно, поменять. Или может оно, я не искал в связном или где-нибудь, любым, что смартфоном связано, продаются держатели. Я не искал, потому что мне этот пока устраивает. А, есть у него тоже минус. Вам лучше поменять, да. Кто боится, что телефон поцарапает или без защитного стекла, вон там вот штучка, она ну очень, когда снимаешь его, я сейчас не буду показывать, вот. Когда снимаешь, она может поцарапать его. Она хотя и прорезиненная, да, но вот сама она, вот это вот, то, что у нее, вот видите, она из какого-то металла, алюминия или что там. А он может поцарапать, когда снимаешь, она, ну она тугая из этого, и она, смотря как закрепишь, со стороной, где стекло, она может по нему пройтись. Когда снимаешь, она очень тугая, она все-таки тугая. И она резко, чук, у меня уже раза два такое было. Поэтому я сразу предупреждаю об этом. Держатель, возможно, да, лучше поменять. Смотрите сами. Наоборот, она тугая, крепкая, но из-за того, что как раз она тугая и крепкая, она по стеклу может вот так пройтись. Вот это аккуратно. Лучше крепить, то есть, у меня вот чехол есть. У вас если тоже чехлы, то все окей. И защитное стекло. Тогда не париться об этом. Но все равно будьте аккуратны. Кто предупрежден, тот вооружен. И знание это сила. Развивайтесь, читайте. Полезно, смотрите другие видеоуроки, читайте. Я максимум, по максимуму, надеюсь, выложился. По надежности, по всему, по уходу, по всему. Что проблема резину оттереть, да не проблема. Я уже оттер, спиртом спокойно оттерлась. Она устойчива к этому. Все беленькое у меня теперь. А такой вот проблема. Вот грязноватая, пришел держатель, грязноватый. И что, это проблема оттереть, что ли? Грязь. Такие. Ну, правду зато сказали. Ну, действительно, да, приходит как будто по полю. У меня тоже грязноватый пришел, но оттерся. И там даже как будто плоскогубцами гнули. Не про держатель, я уже сказал. И коробка плюс, почему помятая. Как будто проверял ее кто-то, правда, или пользовался. Она, они что, БУ приходят или нет, вопрос-то? Но проверяйте тогда все, что я могу сказать. Вообще-то же из магазина вроде должны новые приходить. Зачем кто-то вообще вскрывает их? Проверять. Мы должны заказчики проверять, но никак не кто-то до нас, там не знаю даже кто, сотрудники Озона или магазина, с которым мы покупаем, кто там, Луномарт, не Луномарт, но сейчас в Луномарте покупал, поэтому могу его только рекламировать, где покупал. Кто проверяет, зачем скрывают, это вопрос. Ну скрытые, да, коробки, да, видно даже, да, чуть-чуть надорванная у меня пришла, чуть-чуть помятая. Вскрывали явно. Зачем? Непонятно. Озон, что ли? И себе записывал видео, селфи делал уже. Увидели, о, какая держа, как она там называется? Это штатив, надо бы им попользоваться. О, и так, и сяк. Поэтому зачем это? Кто что? Поэтому проверять. Вот единственное еще пожелание. Не знаю, не делайте этого, Озон. Если это вы. Или Луномарта. Это должны заказчики проверять сами. Потом возвращать или нет. Или вы, что действительно исправную модель, ты сердекнул, тогда за собой, ну хотя бы, ну вот, элементарно протереть влажной салфеткой можно же было. Почему она пришла темноватая мне? Хорош, чтобы у меня не было сомнений, что это новенькая. А теперь были, что уже был, блин. А вот это вот кто вообще, плоскогубцы, зачем вы это? Она была чуть еще кривее, что ли? И кто-то из Озона, возможно, ой, и, ну нет, вряд ли из Озона, из Луномарта, из магазина, скорее всего, пытался ее выпрямить. Ну, я не уверен. Или производитель. Ну, а кто загрязнил, тоже производитель? Нет, это сомнительно. Он бы грязно не отправил. Вопросы, в общем, есть, а так все супер. Работает, главное, держит. К товару имеется, к товарному виду, вот. Этого продукта. Держателя Z02. А по техническим норм. К товарному виду только небольшие были вопросы, претензии, а в целом норм. Покупкой доволен. Еще раз всем спасибо за внимание. С вами был Игорь Петрович. Спасибо за просмотры. И до свидания. Удачи всем в покупках. Она вам точно может понадобиться. Поэтому удачи всем. Удачных покупок. С вами был Игорь Петрович, СУ-87. Ну и совсем крайнее. Снова включиться пришлось. А, вот держатель тоже поскрипывает, и со временем, я уверен, скорее всего, износится. Не то чтобы расшатается механизм, но держатель, думаю, поменять сам
Не проблема. Я сильно часто не буду гнуть. И вообще его редко буду действовать. Мне для опытов, правда, надо и все. Вот это для пары видео купил, что не знаю, как держать. Мне две руки нужны, чтобы были свободны. Чтобы что-то держало телефон. Обычно к бутылке, как раньше по старым методам. К каким-нибудь бутылкам там. И все, чтобы он не падал. Когда же я обзоры на спорт делал на природе. Ну, то есть на улице. На спортивных снарядах тренировался. И оно, ну, ветер подует и падало. Теперь надеюсь, не будет, если поставить ножки. Но все-таки поустойчивее, чем просто. А с бутылки его ветер сдувал сразу сотовый. Тут же не на бутылке будет, все-таки крепление. Если правильно поставить, говорю, физику надо. Да. Он все-таки понадежнее, надеюсь, что будет. А, если ты за что-то его еще обвяжешь, тогда еще надежнее. И ветер будет не помеха. Если не сильный, конечно. Вот, а это, я думаю, рассчитает, поэтому, да, насчет держателя вот добавить, крайне хотел совет. Держатель, да, можете какой-нибудь другой приобрести. Я еще сам не приобретал, пока этим попользуюсь. Два держателя, да лучше две вот этих, да и все можно, небольшая сумма будет. И больше шанс, что одна из них барконная, шанс. Заказывайте две, у кого позволяют финансы. Можете разных фирм там еще. Смотрите сами. Думайте сами, решайте сами. Раз бывают все-таки изъяны. Они бывают. Небольшие, но бывают. Я все перечислил. Поэтому две как вариант. Можете это фирму, можете. Одну одной, другой другую. Они примерно одинаковые. Там высота, как я понял, только угол наклона разный может быть. Ну и все. В основном они одинаковые. И как повезет с моделью, хотел сказать, и как повезет товаром, в каком виде придет к вам. Это тоже как повезет. Все, еще раз всем удачи, теперь уже точно все сказал. Всем спасибо за внимание и до свидания. С вами был Виктория Штуковский. Всем удачных, всем покупок. Да, поскрипывает, я имел в виду, там, наверное, пружинка. Вот где вот эта вот металлическая конструкция, там пружинка поскрипывает, и она со временем, возможно, расслабится, и туда ты ее не подделаешь сам. Не знаю, как они там ее сплавляли, делали, на каких этих самых инструментах, каким инструментом и установкам этим, кто они там на предприятии, наверное, на каком-то делали, благодаря каким-то производственным как оно называется, производственным станкам, или как он там может быть, устройством машиностроения, я не знаю, в общем, как это сказать, машинка вот швейная есть, а еще есть, создать, вот, ну, благодаря какому-то оборудование, на каком оборудовании, да, это делалось, но сами вы вряд ли туда снова пружинку вставите, это на основном оборудовании перейдет. Поэтому, ну, говорю, как вариант, или два держателя, или два, ну, в смысле, для смартфона, или два конструкции, или два разных покупать в отдельных. Ну, одно оригинал и плюс один заказать, отдельно держать. Надежнее будет. Вообще два лучше. Я по два вот привык уже тоже покупать, даже вот бирюзу, чтобы не ошибиться, разных купил, они разных вставок чуть. Бирюзу опять это уже. И вот тут все вставки, кстати. Ну сейчас вряд ли оно увеличит. Вот оно тут. От чего и почему? Вот. И с плесенью, брелку, грибками даже всем. Если оно... Сейчас темновато еще тут. Надо было это включить. Блин. Фонарик на сотовом. Сейчас-то походу-то я вряд ли включу. Блин. Ну вот, видно, да? Нарисовано от чего. Комплекс бизнес-анфор. Белизна, гель. А, да, главное, что забыл сказать, гель лучше покупать, чтобы он не растекался. Именно гель. Чтобы стиральная машина, когда он это будет чистить. И также тут на резинку, и лучше кисточкой протереть. И все, и это резину вашу почистит. От грязи, плесени.
въевшейся причем грязи и плесени. Грязь, она в плесень превращается, если долго не чистить, не убирать. Поэтому лучше сразу за машинами стиральными. То есть уход делать, вычищать и манжету, это резинка между, между баком стиральной машины и дверцей. Между дверцей и стиральной машиной, куда вы в бак закладываете, и баком самим, куда вы белье для стирки закладываете. Вот. Иногда чистить надо. Ну, сушить или чистить, если не сушите. Ну, лучше сушить и приоткрывать дверцу, чтобы вода и плесень там не оставалась, вода и не копилась, не превращалась в плесень. Ну, это уже отдельная тема, мы что-то не по гаджетам переходим. С гаджетов мы переходим на те, которые у меня следующее видео будут. Все, всем спасибо. Очень долгое было, очень, надеюсь, познавательное видео. Кому-то что-то полезное подчеркнет. По уходу за всем тут было уже... Ну, не за всем, но, блин, ну, много информации было и другого характера. Постарался я обзор сделать и проинформировать заодно всех. Кому-то что-то, возможно, надеюсь, что пригодится, да. Всем спасибо за внимание. С вами был Петрович.